о мире. Все хотят иметь мир, но не знают, как этого достигнуть. Паисий Великий раздражился и просил Господа избавить его от раздражительности. Явился ему Господь и говорит: «Паисий, если хочешь не раздражаться, то ничего не пожелай, никого не осуди и не возненавидь, и не будешь раздражаться». Так всякий человек, если отсекает свою волю пред Богом и людьми, всегда будет мирен в душе. А кто любит творить волю свою, тот никогда не будет мирен. Душа, предавшаяся воле Божией, легко несет всякую скорбь и всякую болезнь, потому что и в болезни она молится и созерцает Бога. Господи, Ты видишь мою болезнь. Ты знаешь, как я грешен и немощен. Помоги мне терпеть и благодарить Твою благость. И Господь облегчает болезнь, и душа чувствует Божию помощь, и бывает весела пред Богом и благодарна. Если постигнет тебя какая неудача, то думай: Господь видит сердце мое, и если Ему угодно, то будет хорошо и мне, и другим. И так душа твоя всегда будет в мире. А если кто будет роптать: это не так, а это нехорошо, то никогда не будет мира в душе, хотя бы он и пост держал и много молился. Апостолы имели великую преданность воле Божией. Этим хранится мир. Также и все святые великие люди терпели все скорби, предаваясь на волю Божию. Господь нас любит, и потому мы можем ничего не бояться, кроме греха, потому что из-за греха теряется благодать, а без благодати Божией враг погонит душу, как ветер гонит лист сухой или дым. Надо крепко помнить, что враги сами пали гордостью, и нас всегда стараются толкнуть на ту же дорогу. И многих прельстили они. А Господь сказал: «Научитесь от Меня кротости и смирению, и обрящите покой душам вашим». О, милостивый Господи, даруй нам мир Твой, как дал Ты мир святым апостолам. Мир мой даю вам. Господи, дай и нам насладиться миром Твоим. Святые апостолы получили мир Твой и на весь мир излили его, и, спасая народ, не теряли мира, и он в них не умолился. Слава Господу и Его милосердию, что Он много нас любит и дает нам мир Свой и благодать Святого Духа. Как сохранить мир душевный среди соблазнов наших дней? Судя по Писанию и характеру народа нынешнего, мы живем последнее время, и все же надо сохранить мир душевный, без которого нельзя спастись, как сказал великий молитвенник земли русской преподобный Серафим. При жизни преподобного Серафима за молитвы его Господь хранил Россию, а после него был другой столб, достигавший от земли до неба, Отец
Иоанн Кронштадтский. На нем мы остановимся от нашего времени, и мы видели его молящимся, тогда как других мы не видели. Помним, как после литургии, когда ему подали лошадь, экипаж, и он стал садиться, окружил его народ, ища благословения, и в такой сутолоке душа его непрестанно пребывала в Боге, и в такой толпе он не рассеивался и не терял душевного мира. Как же он достигал этого? Вот наш вопрос. Он этого достигал и не рассеивался, потому что любил народ и не переставал за него молиться Господу. Господи, даруй мир Твой людям Твоим. Господи, даруй рабам Твоим Духа Твоего Святого, чтобы он согревал сердца их любовью Твоею и наставлял их на всякую истину и добро. Господи, хочу, чтобы мир Твой был во всем народе Твоем, который Ты возлюбил до конца и дал Сына Своего Единородного, дабы спасти мир. Господи, даруй им благодать Твою, чтобы они в мире и любви познали Тебя и возлюбили бы, и сказали бы, подобно апостолам на Фаворе, «Добро нам, Господи, быть с Тобою». Так, непрестанно молясь о народе, он сохранял мир душевный. Мы же теряем его, потому что нет в нас любви к народу. Святые апостолы и все святые желали народу спасения и, пребывая среди людей, пламенно молились за них. Дух Святой давал им силу любить народ. И мы, если не будем любить брата, то не сможем иметь мира. Пусть каждый подумает об этом. Слава Господу, что Он не оставил нас, сирых, но дал нам на землю Духа Святого. Дух Святой учит душу неизглаголенной любви к народу и жалости ко всем заблудшим. Господь пожалел заблудших и послал Сына Своего Единородного спасти их. И Дух Святой учит такой же жалости к заблудшим, которые идут в ад. А кто не стяжал Духа Святого, тот не хочет молиться за врагов. Преподобный Паисий Великий молился за своего ученика, который отрекся от Христа. И когда он молился, явился ему Господь и говорит: «Паисий, за кого ты молишься? Ведь он же отрекся от меня». Но преподобный продолжал жалеть своего ученика. И тогда Господь сказал ему: «Паисий, ты мне уподобился любовью». Так стяживается мир, и кроме сего другого пути нет. Если кто много молится и постится, но любви к врагам не имеет, то не может иметь он мира душевного. И я не мог бы говорить об этом, если бы Дух Святой не научил меня любви. Душа грешная, плененная страстями, не может иметь мира и радоваться о Господе, хотя бы владела всеми богатствами земли, хотя бы царствовала над всем миром. Если бы такому царю, весело пирующему со своими князьями и сидящим на престоле во всей своей славе, вдруг объявить:
«Царь, ты сейчас умрешь», то душа его смутилась бы и затрепетала бы от страха, и он увидел бы свою немощь. А сколько есть бедняков, которые богаты только любовью к Богу, и которые, если им сказать «ты сейчас умрешь», ответили бы с миром «да будет воля Господня». Слава Господу, что Он вспомнил меня и хочет взять меня туда, куда первым вошел разбойник. Есть бедняки, которые не имеют страха смерти, но встречают ее с миром, подобно праведному Симеону, который воспел песнь «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром». Какой мир был в душе праведного Симеона, понять могут лишь те, которые носят в душе своей мир Божий, или, по крайней мере, испытывали его. Об этом мире Господь сказал своим ученикам: «Мир мой даю вам». Кто имеет этот мир, тот с миром отходит в вечную жизнь и говорит: «Слава тебе, Господи, что ныне я иду к тебе и буду вечно в мире и любви зреть лицо твое. Твой тихий, кроткий взор привлек душу мою, и она скучает по тебе». Брата надо вразумлять кротко, с любовью. Мир теряется, если душа подтщеславится или вознесется пред братом, или осудит кого-либо, или брата будет вразумлять, но не кротко и не с любовью, если будем много кушать или будем вяло молиться, за все сие теряется мир. Но если привыкнем усердно молиться за врагов и их любить, то мир всегда будет пребывать в душах наших. А если брата возненавидим или осудим, то ум наш омрачится, и мы потеряем мир и дерзновение к Богу. Не может душа иметь мира, если она не будет поучаться в законе Божьем день и ночь, ибо закон сей написан Духом Божиим, а Дух Божий от Писания переходит на душу, и душа чувствует в этом услаждение и приятность, и уже не хочет любить земное, потому что любовь к земному опустошает душу, и тогда она бывает унылая и дичает, и не хочет молиться Богу. Враг же, видя, что душа не в Боге, колеблет ее и свободно влагает в ум, что хочет, и перегоняет душу от одних помыслов к другим, и так целый день душа проводит в этом беспорядке и не может чисто созерцать Господа. Кто носит в себе мир Духа Святого, тот и на других изливает мир, а кто носит в себе злого духа, тот и на других изливает зло. Вопрос: как может сохранить мир начальник, если у него люди непослушливые? Трудно начальнику и прискорбно, если люди его не слушаются. Но чтобы сохранить мир, он должен помнить, что хотя люди и непослушливы, но все же их любит Господь и умер в страданиях за их спасение, и надо усердно за них молиться. И тогда молящемуся даст Господь молитву, и ты из опыта познаешь, как ум молящегося имеет к Богу дерзновение
и любовь. И хотя ты грешный человек, но Господь даст тебе вкусить плоды молитвы. И если так привыкнешь молиться за подчиненных, то в душе у тебя будет великий мир и любовь. Вопрос. Как может сохранить мир душевный подчиненный, если у него начальник раздражительный и злой человек? Раздражительный человек сам несет большое страдание от злого духа. Мучение это он терпит за гордость. Подчиненный, кто бы он ни был, должен знать это и молиться за больного душою своего начальника. И тогда Господь, видя терпение его, даст ему, подчиненному, прощение грехов и постоянную молитву. Великое дело пред Богом молиться за тех, кто обижает и оскорбляет нас. За это Господь даст благодать, и ты Духом Святым познаешь Господа, и тогда с радостью будешь терпеть все скорби за Него, и даст тебе Господь любовь ко всему миру, и ты горячо будешь желать добра всем, и будешь молиться за всех, как за свою душу. Господь заповедал любить врагов, и кто любит врагов, тот уподобляется Господу. Но любить врагов возможно только по благодати Святого Духа. И поэтому, как только обидит тебя кто-нибудь, молись за него Богу, и тогда сохранишь мир в душе и благодать Божию. А если ты будешь роптать и ругать своего начальника, то и сам ты станешь раздражительный, как он, и исполнится тогда на тебе слово пророка Давида. «Соизбранным избран будешь, и со строптивым развратишься». Так и послушнику трудно сохранить мир, если у него старец дурного характера. Жить у плохого старца – это великий крест для послушника. Ему приходится молиться за старца, и тогда сохранится мир душевный и телесный. А если ты начальник, и тебе придется судить кого-нибудь за плохие дела, то молись Господу, чтобы Он даровал тебе милующее сердце, которое любит Господь, и тогда ты правильно рассудишь. Но если ты будешь судить по делам, то будут ошибки, и неугоден ты будешь Господу. Судить надо с тем, чтобы человек исправился, и надо жалеть всякую душу, всю тварь, и все создание Божие, и самому во всем иметь чистую совесть, и тогда в душе и уме будет большой мир. Будем жить в мире и любви, и тогда Господь послушает нас и даст нам, чего бы мы ни попросили полезного. Дух Святой в любви. Так говорит Писание и показывает опыт. Невозможно душе иметь мир, если не будем всеми силами просить у Господа любить всех людей. Господь знал, что если врагов не будем любить, то мира в душе не будет, и потому дал нам заповедь «Любите врагов ваших». Если не будем любить врагов, то лишь по временам душа будет как бы спокойна, но если мы любим врагов, то мир в душе пребывает день и ночь. Блюди в душе мир благодати Святого Духа, не теряй его за малые дела.
Если ты дашь мир брату своему, то Господь даст тебе несравненно больше. А если оскорбишь ты брата, то и на твою душу неизбежно придет скорбь. Если придет блудный помысл, сразу же отгони его, и тогда сохранишь мир души своей. А если примешь его, то душа потеряет любовь к Богу, и уже не будешь иметь ты дерзновения в молитве. Если отсечешь свою волю, то победил врага, и в награду получишь мир души. А если сотворишь свою волю, то ты побежден врагом, и уныние будет мучить душу твою. Кто имеет страсть любостяжания, тот не может любить Бога и ближнего. Ум и сердце такого человека заняты богатством, и нет у него духа покаяния и сокрушения о грехах, и душа его не может знать сладость мира Христова. Душа, познавшая Господа, всегда хочет видеть Его в себе, ибо Он приходит в душу тихо и дает душе мир и свидетельствует спасение без слов. Если бы цари и правители народов знали любовь Божию, то никогда бы не воевали. Война посылается за грехи, а не за любовь. Господь создал нас по любви и заповедал нам жить в любви и славить Его. Если бы начальники хранили заповеди Господни, а народ и подчиненные слушались их во смирении, то на земле был бы великий мир и веселье. Но ради властолюбия и непослушания гордых страдает вся вселенная. Молю Тебя, милостивый Господи, дай всему народу от Адама до конца веков познать Тебя, что Ты благ и милостив. Да насладятся все народы миром Твоим, и да видят все свет лица Твоего. Твой взор тих и кроток, и привлекает душу.